деревню едет проверка из Москвы, но, как обычно, что-то пошло не так. Ай, Петрович, нет у меня отца времени. У меня тут проблема посерьезнее. Проверка из Москвы должна приехать. А, ты, кстати, это, с черной бухгалтерией забрался? Да вот, в процессе. Ой, проверка уже. Ну, вы же проверка из Москвы, да? Ну, пусть будет так. А что, он в бумаге живет? Так это он нераскрытые дела пытается переварить. А вы, собственно, кто? Я председатель этого колхоза, Роман Александрович. Можно просто Саныч? Константин. А почему на руке Васи написано? Так это имя матери, хотите портрет покажу? Надо. Слушай, Саныч, у меня эта работа уже в горле стоит. Ну а тут, кстати, ориентировочка вчера. Ну, давайте посмотрю. Какой ужасный, противный, отвратительный человек. Вообще, ходите по всему селу и срывайте эти листовки. Ну да, да, верно. Слушай, Петрович, на вот зарплата пришла, иди, сиди, иди. А что у вас, богатенький, может, что в селе есть? Да, ну, давайте я вам это, что ли, деревню нашу покажу. Ну, вот, смотрите, дом Васильевича, у него аж 3 коровы, Ксюшка, Алиска, Светка. Казанова, ёлки-палки. Да. А это что, церковь у вас, что ли? Да нет, это Степаныч, футболку надень, что ты позоришься? Ну, слушайте, а вот если чисто гипотетически, вот если бы вам в деревню приехал вор, вот что бы он украл? Ну, Светка бы вам не осилил, конечно. Наверное, Мерседес Васильевича. А Мерседес где? Так вон он пасется. Саныч, тут смета пришла. Пиши. О, давай посмотрим. Так, наручники одна штука. Меховые наручники две штуки. Так, зачем тебе меховые наручники? А, ну это для нежных наказаний. Оплетка. Для жестких наказаний. Ладно, а плазму-то зачем? Извините, но плазма — это необходимая вещь. Да-да, плазма — это необходимая вещь. Хотите, я сгоняю за ней? Не, стойте, стойте, вы, наверное, с дороги устали. Ну ладно, слушайте, я у вас тут в кабинете кассету нашел 3 икса, давно посмотреть хотел. Ой, извините, это личное. Слушай, Петрович, у меня тут идея появилась. Давай, что ли, его сосватаем, а? Ну раз деревне нужно, я готов. Да стой ты еще, я тебе про Людку говорю, типа, зови, кстати. Так, Люда! Константин, я хочу вас познакомить с нашей гордостью. Людочка, мед деревня. Ну, чего вы так смотрите, там, свёль, любая победит. Так, здравствуйте, проверка из Москвы. Ну вот и все. Людочка, слушайте, я должен вам признаться. Знаете, я вас как увидел, я вас сразу влюбился. Скажите, вы будете меня ждать? А вы куда-то уходите? Да я недалеко, в Магадан лет так на 5. Ну, я буду ждать. Только я вот смотрю на вас и вспоминаю, что мне кабана заколоть надо. А тогда я буду ждать. Друзья, а что мы хотели сказать этим Стеллам? А, знаете, женские обещания, они как фильм «Губка Боб 3D». Вроде не понимаешь, что хрень полная, но в кино все равно пойдешь. Не очереди, любите женщин, спасибо.